Да. Всем привет! Сегодня у нас вторая часть мокового собеседования с Семеном Задорожным и Владом Гуреевым. И не будем откладывать. Семен, тебе слово. Погнали. Да, всем привет. Еще раз, для тех, кто не был на прошлой встрече или не смотрел предыдущее видео, сейчас мы проведем третью и четвертую часть собеседования. Вот. Сам процесс собеседования основан на том, как собесы проводятся в Авито. Но, опять же, большущий дисклеймер, как и в прошлом видео, что все вопросы, которые будут сегодня звучать, отличаются от того, что спрашивают на реальных собеседованиях в Авито, и это не поможет вам туда попасть. Вот. Но научиться решать задачи подобного типа сегодня мы попробуем. И у нас будет два этапа. Первый – это кодинг этап, а второй – это систем дизайн. Вот. По времени мы будем лимитированы 45 минут на то и на то. Влад, пошарь экран пока что, а я скину тебе первую задачу. Угу. Задачи будут по типу того, какие были на первом этапе. То есть у нас есть какое-то условие, нам надо написать функцию, которая нам позволит решить эту задачку. Вот, скинул тебе само условие. Угу. Можешь его скопировать и поговорим про него. Ага. Дана строка S. Нужно найти первый неповторяющийся элемент и вернуть его индекс. Угу. Все верно. Угу. Так. Угу. Первый неповторяющийся элемент и вернуть его индекс. Так, ну давай думать. Значит, давай еще немножко про примеры, просто я пройдусь, чтобы было понятно. Вот у нас первая строка из кучи разных букв, но первая буква, которая в этой строке не повторяется, это буква U, вот, потому что H, которая стоит на первом месте, она еще вот предпоследняя тоже. Она, то есть, есть уже в этой строке, поэтому мы вводим именно U, и индекс U будет равен единице. Во второй строке у нас идет ABC, ABC, E. E, очевидно, это единственный элемент, единственный символ, который не повторяется. Мы возвращаем результат, это индекс E. И в третьей строке у нас повторяются и E, и U, поэтому мы возвращаем минус один. Угу. Так, ну то есть... Что нам нужно? Нам, по сути, нужно узнать, у каких букв, ну, вернее, нам даже символы тут, нас сами символы тут не интересуют, там интересует его индекс. То есть у какого индекса сколько вхождений? Ну, вернее, у букв, у какой первый индекс? Короче, да, сложно сформулировать. Давайте с простого начнем. Сначала можно начать с того, у какого символа сколько вхождений. Угу. Вот. Так, сейчас, мне немножко нужно времени поразмышлять. Да, конечно. Если нужно время или тебе нужны какие-то еще примеры, можешь их спокойно писать и думать. Не, ну я условия понял. Мне просто нужно подумать, каким путем пойти. Угу. Так. Просьба тоже, если сможешь думать вслух, это тоже будет хорошо. Можешь я смогу да, что-нибудь по пути подсказать и направить, если что. Не, да, это я понимаю, да, поэтому как только у меня какая-то мысль оформилась бы, я, естественно, собирался бы ее сказать, просто сначала нужно было немножко обдумать про себя. Может быть, можно пойти с конца строки, класть символы в какой-нибудь сет, и можно понять, что, ну, когда ты кладешь символ в сет, то
этот метод add возвращает boolean, если у нас его не получилось положить. А, или получилось. То есть true, если получилось, false, если не получилось. И, соответственно, как только... Угу. Значит, вот, допустим, какие у нас повторяются? У нас повторяется h. Допустим, мы дошли до h. Мы его смогли положить, если с конца идем. Мы считаем, что он теперь наш первый неповторяющийся элемент, пока мы не дошли дальше. Потом, когда мы дойдем до нового h, он уже у нас не будет считаться, потому что... Он у нас уже не будет считаться, потому что он теперь стал повторяющимся. На следующем неповторяющемся мы будем считать... Угу. Так. То есть мы можем... Мы, допустим, кладем в set. Ага. Может быть, нам еще не помешает стек, куда мы как раз будем класть эти самые индексы, когда мы поняли, что у нас элемент не повторяется. Так. И... Угу. Ну, смотри, если мы пойдем с конца, вот у нас второй пример давай возьмем. E у нас не повторяется. Мы положили его в хэшсет и положили его в стек, судя по всему. Потом мы взяли C, положили его в хэшсет и положили его в стек индекс. То есть у нас в стеке сейчас будет индекс 6, 5, и потом будет B, 4, A, 3. Потом мы пришли в C, и что будет происходить? Нет, да, стек тут, наверное, не очень подходит. Да нет, это интересный способ решения. Я просто пытаюсь понять, будет ли он работать. Ну, то есть, вполне вероятно, что это рабочий вариант. Ну, вот я тоже пытаюсь понять, будет ли он работать. Так. Значит, допустим, мы идем с конца. Значит, мы взяли символ P с первого примера. Символ P у нас не повторяется. Мы его куда-то там положили и запомнили, что этот индекс нам на данный момент подходит. Потом мы приходим в B. B нам тоже на данный момент подходит. Собственно говоря, нам на данный момент... Хотя нет, давай лучше, наверное, на втором примере, потому что он как бы более разнообразный, мне кажется. Вот второй пример в этом месте интересное. Взяли Е, подходит. Взяли С, подходит. Взяли Б, подходит. То есть Б теперь самый наш кандидат. А тоже подходит. А вот следующий С не подходит. И следующий Б не подходит. А и следующий А тоже не подходит. Но при этом, как только мы попали в неподходящий С... А, мы попали в неподходящий С и можем его сравнить с нашим текущим подходящим кандидатом. А если, так как они сейчас разные у нас, то есть С у нас это не А, а наш кандидат это А, а мы увидели, что С не подходит, но нам уже все равно про С, потому что мы бы С все равно сейчас не выбрали на данном этапе. Мы ничего не делаем. Дальше мы идем в B и видим, что наш кандидат это А, B и А не совпадают. Опять игнорим. А дальше мы приходим в А. Угу. А вот А и А совпадают. И в таком случае мы этот А отбрасываем, но предыдущий кандидат до этого у нас был B. И... И непонятно, что здесь с ним делать, потому что B нам как бы тоже не подходит. Но
на момент, когда у нас этот Б был, мы его как бы уже прошли. Поэтому да, наверное, как-то не так нужно это делать, наверное, надо как-то иначе. Ты в самом начале говорил про использование хэшмапы и подсчет. Можем в эту сторону посмотреть? Можем в эту сторону посмотреть, да, то есть мы идем. Угу. Что, если мы пойдем, то у нас получается будет А2, Б2, С2, Е1. Угу. Вот, но... То есть, не, ну, сначала мы можем сделать соответствие. Хорошо, можем начать, наверное, с двух хэшмап. Первая хэшмапа – это у нас соответствие символа и его первого индекса. Да. Это сработает, но можно сделать проще. Вот когда мы получили... Когда мы получили нашу хэшмапу, вот эту А2Б2С2Е1, нам остается только найти индекс. Можем ли мы снова использовать строку S, чтобы понять, что символ встретился только один раз? Не, ну в нашем честном примере здесь у нас только один символ, который встретился один раз. А если бы у нас было таких символов больше одного? Но мы должны найти первый. Да, мы должны найти первый. Я думаю, что мы можем сразу... Ну, пока кажется, да, логичным тот способ, который, как ты сказал, будет работать, но который, видимо, не очень простой. Ага, ну вот, окей, допустим, мы знаем, что у нас Е встретилось один раз. Угу. А все остальные по два. А, Б и С, да. Они по два раза. Да. Можем ли мы как-то так пройтись по массиву, чтобы найти символ первый, который встретился один раз? Ну, можем, конечно. То есть даже если бы у нас было два кандидата, да, мы бы могли опять же пройти по строке, угу. И каждый символ сравнивать с каждым из кандидатов. То есть если бы у нас, скажем, было ABC, ABC, EF, то угу. По этой логике у нас было бы два кандидата на ответ, это E и F. Угу. И надо было просто проверить, что из этого раньше. Да, да, все верно. Угу. Как это можно сделать в итоге? Так, ну как, пройтись в цикле и смотреть через in лист этих чаров. Хватит ли нам in одного? Ну то есть они все будут in, по идее. Когда мы будем возьмем A, он у нас in. Ну типа есть ключ, есть там количество, сколько раз встречается. Для B и C то же самое. И для E будет то же самое. Так. Я тут не очень понял, может быть, мы про какие-то разные способы немножко говорим. Но вот у нас есть мапа А2Б2С2Е1. Угу. То есть мы понимаем, что... Ну, пусть будет еще и F1 для удобства, чтобы okay. Не такой вырожденный случай. То есть мы берем Е1, F1, так как они меньше всего. То есть у нас получается E и F. Угу. И мы проходим по строке, и каждый символ сравниваем, является ли он подмножеством листа от E и F. А не является, B не является. А вот E является. Ну, то есть, окей, то есть типа мы от мапы отрезаем только те ключи и значения, у которых значение единица, условно, которые один раз встречались. И если мы наткнулись на элемент, который у нас в этой подмапе, то мы нашли индекс, условно. Так, ну тут надо подумать, как это все смапить так, чтобы,
чтобы легко было найти минимум в количестве найденных элементов. А нас интересует минимум, или он будет постоянный какой-то? Ну, типа, у нас не повторяющийся элемент, сколько раз он будет встречаться? А, господи, господи, не повторяющийся, это все один, конечно. Это да, это угу. Я что-то... А исходя из этого, можно ли нам вообще не менять хэшмапу? Ну, после того, как мы ее собрали. Так. Сейчас. Угу. Сейчас нам нужно тот, кто встретился один раз. Не менять хэшмапу в каком плане? Ну, ты хотел сейчас сделать подмапу, да. О. Что можно сделать? Можно, если уже в хэшмапе... А, нет. Так нельзя сделать. Я хотел ремувнуть, но понял, что на второй раз мы ремувнем, а на следующий нечетный раз мы опять добавим, тоже как-то не очень хорошо. Mm-hmm. А, yeah, так нельзя. Mm-hmm. Так, а как же... А! Можно... Так... Можно сделать так. Прости, что сбиваю с мысли. Давай визуализируем мапу для второго примера, как она будет выглядеть. Прям напиши на это. Ну вот я думаю, как именно она должна выглядеть. Может быть, она должна выглядеть не так, как я ее представил. Может быть, нам в ключи, наоборот, надо класть что-то, там, не знаю, например, количество или что-то еще. Ладно, давай. Да нет, давай. Я тебе скажу, что все правильно. Нам все надо, правильно, да? Типа, символ и количество, сколько он раз встречался. Так, нет, только... Форматирование не важно. Угу. Это, да, первый элемент. Пусть так будет. Угу. C2. C2 и E1. Ну, можешь еще F добавить. Ну, тогда добавь его в пример. Давай. Тут у нас будет ответ только E. Ну да, да, они будут встречаться и E, и F, но ответ будет только E. Да. А, это ответ. Какой ответ. Я думал, что это кандидаты, это ответ. Угу. Окей. Не-не. Ага, так, F, да, тоже один. Вот, и осталось нам выцепить только индекс, и ты на правильном пути в плане того, чтобы заново проитерироваться по строке. Осталось только придумать условие, которое позволит нам на каком-то индексе остановиться и вернуть результат. Ну мы просто берем конкретный символ, и смотрим его в мапе. И смотрим, даст ли нам в результате единица. Mm-hmm. И как только нам в результате даст единица, то, собственно говоря, мы этот индекс возвращаем, и на этом все заканчивается. Да, звучит хорошо. Можешь еще по алгоритмической скорости сказать, сколько это будет занимать, и по памяти? Так. Угу. То есть сначала мы прошлись и выделили мапу, а потом мы еще раз прошлись и посмотрели, где в мапе единица. Mm-hmm. Mm-hmm. То есть по времени у нас O от N, mm-hmm. а по памяти у нас, ну, в общем-то, тоже O от N. Mm-hmm. Окей, хорошо. Меня, в принципе, все пока устраивает. Можно попробовать написать mm-hmm. функцию. Давай. Так. Find unique. Ну, окей. Угу. Давай find unique. Угу. Угу. То есть... Значит, да, символ и количество.
Наверное, тут... А, наверное, через Порыч. Давай. Так. Самое любимое. Впустую мапу попытаться что-то засунуть, да. Так, а тут у нас... Тут у нас characters, да? Чары. Ага. Так. Значит, мапу сначала надо создать, прежде чем в нее что-то засовывать. Все верно. Значит, в ключах у нас будет... А, через дженерики. Это не так, да? Это дженерики, да? Угу. Я просто не те сколько их поставил. А тут у нас int. Угу. Вот. Так. Так, ага, то есть если там нет, там будет ноль, да, значит, в этот момент мы туда кладем единицу. Mm-hmm. Угу. То есть это у нас был первый проход, а теперь мы можем там же сделать второй проход. Угу. А, тут, наверное, for each не очень хорошо. Тут лучше было бы либо for each indexed, либо нормальный цикл сделать стандартный. Как тебе удобнее, да. Давай for each indexed. Единственное, я, естественно, точно не помню, в каком порядке. Но индекс на первый, да. Угу. Индекс на первый. Так. Вообще равно 1. Собственно говоря, мы просто делаем return... И, угу. Ага, а здесь мы делаем return минус один. Угу. Да, круто, выглядит верно. Придраться, в принципе, не до чего. Хотя... Нет, даже это, да. Edge case тоже, когда у нас пустая строка или строка из одного элемента, тоже все хорошо. Окей. Сейчас скину тебе задачу номер 2. Надеюсь, форматирование не полетит. Скорее всего, оно полетит. Угу. Сейчас, секунду. Вспомню. А попробуй прямо сюда скопировать. Может, в этот раз получится. А ты можешь дать мне ссылку в чате тогда на это? Да. Спасибо. Сейчас посмотрим. Ну, кайф, я все вижу. Так, тогда это я немножко увожу вниз. Вот такая вот задача. Всем видно, надеюсь. Да, все видно. Хорошо. Можешь тоже прочитать и позадавать вопрос. Угу. А что такое с правой стороны? Это как бы, как мы видим... Ну, вот представь, что... Ну да, если ты прочитаешь задачу, представь, что ты смотришь на вот это наше дерево с правой стороны, и представь, что оно такое двухмерное. То есть элемент 4, он закрывает обзор на элемент 1, элемент 5 закрывает обзор на 2 и 0, вот. И в итоге все, что ты видишь сбоку, смотря на это дерево, это его вершина 3, правая ветка, где четверка, и правая ветка, где пятерка. Вот. А все остальное ты не видишь. И надо вернуть, собственно, все элементы дерева, которые видны с правой стороны. Сейчас mm-hmm. еще. Ну, то есть, если у нас после пятерки тут, например, еще.
добавляется какой-то элемент, допустим, там, не знаю, 8, то мы его тоже с правой стороны видим. Угу. Вот. Типа представь, что мы просто в двухмерном пространстве смотрим на дерево с правой стороны, и нам интересны вот эти вот 3, 4, 5 и 8. Так, а если бы 8 был не правой нодой, а левой нодой пятерки, мы бы его тоже увидели? Да, если бы он был левый, мы бы его тоже... Отличный вопрос. Мы бы тоже увидели, потому что его не закрывает ни одна другая нода. Вот. Ну, то есть... Да, и сейчас сразу предвкушаю твой следующий вопрос. Да. Если бы здесь не было пятерки, мы бы видели двойку. И должны были вывести 3, 4, 2. А, казалось, не так просто, как предполагалось. Да. Да. Так. Ну, а если бы двойки не было, мы бы, соответственно, ноль видели. Да, мы бы видели ноль. Mm-hmm. Так, а класс, который дерево реализует, надо написать? Или мы предполагаем, что он у нас есть? Да, я тебе сейчас скину вместе с его использованием. Класс, конечно, да. Вот, собственно, у нас есть три нод, которые содержат value. Соответственно, value это там 3, 1, 4 и так далее. И каждая тринода содержит ссылку на левую и правую, ну, своих этих дочерних. То есть левая тут будет 1 для 3, правая будет 4. Ну, это тоже объект, вот, со значением 4 и со значением 1. Mm-hmm. Так, то есть что мы можем сделать? Ну, очевидно, дерево надо обойти. Mm-hmm. И очевидно, что как только у нас мы начинаем идти вправо, как только у нас заканчиваются ноды справа, мы пытаемся пойти влево, мы пытаемся пойти влево, так. Вот мы пошли влево. Что можно сделать? Можно попробовать, скажем, мы обходим в ширину. И каким-то образом... Поясни, пожалуйста, обходим в ширину, это как? Ну, есть обход, да, есть обход в глубину, uh-huh. Depth First Search, а есть uh-huh. обход в ширину, Broad First Search, uh-huh. Обход в... Я не знаю, видно мой курсор вообще? Да, видно, видно, все видно. Обход в ширину означает, что мы идем вот сверху раз-раз, 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 если бы они тут были, uh-huh. и так uh-huh. далее. Вход в глубину означает, что мы идем сюда, потом мы идем в правой части, потом мы здесь идем в правой части, потом мы здесь идем в левой части, потом мы здесь идем в правой части. Угу. Так, ну, кажется, что обход в ширину здесь выглядит проще. Просто нам нужно понимать какие-то маркеры, в какой момент мы ноду, на которой мы стоим, будем как-то запоминать, что вот она нам подходит. Угу. Ага, подходит. Ход рассуждений правильно, да. Так. То есть вот мы стоим на тройке. Тройка нам подходит по умолчанию. Потом мы идем в единицу. И временно считаем, что единица нам тоже подходит. Но потом мы идем в четверку. И теперь мы считаем, что единица нам уже не подходит. Примерно так это происходит, да. Тут начинаются сложности. Ну, то есть мы думаем сейчас в одной, условно, на одном уровне, когда у нас два элемента, когда у нас тут будет 3 и 5, то есть у нас
Судя по твоим рассуждениям, мы пойдем на следующий уровень. Ноль будет подходить, потом два будет подходить, ноль не подходит, три будет подходить. Да. И когда мы дойдем до пяти, как мы поймем, что пять – это то, что нам нужно, и больше ничего нам на этом уровне не светит? Мы поймем это таким образом, что... Так, сейчас надо подумать. Мы взяли эту ноду. Как мы это поймем? Ну, в данном случае мы из правой ноды. В данном случае у нас parent был правой нодой и child был правой нодой. Если, допустим, у нас бы пятерки не было, мы бы видели, что здесь null, нам бы тройка подошла. Наверное, надо не от этого отталкиваться. Наверное, надо подумать, по какому маркеру мы найдем следующий. Хотя следующий может быть единственным вот сюда идти просто и все. Тут тоже не все так просто, оказывается. Давай отталкиваться. Давай начнем тогда просто с этого прохода, потому что это ключевая тоже часть про... BFS, да, давай посмотрим, как его можно реализовать, а потом посмотрим, как можно найти нужную нам ноду. Я, кстати, да, я сейчас подумал, что, в принципе, мы же при проходе можем также понимать, на каком уровне мы находимся. И, соответственно, если левел меняется на следующем шаге, то вот последняя нода, которая была перед этим следующим шагом, она как бы нам подходит. В том числе, да. Валидно. То есть, как только сменился уровень, последняя нода, которую мы обрабатывали, она фактически правый элемент, самый правый элемент. Да. Валидно. Сложно немножко будет в реализации, но валидно. Так, ну давай, да, давай попробуем реализовать. Так. Сиф, ага. Ага. Как же ее назвать так интересно? Ну, пусть будет просто find visible. Да, какой-нибудь right side view. Особо не важно. Naming it такое. Я просто find visible notes тут пишу. Так, и мы что-то должны здесь вернуть. Мы здесь должны вернуть. Ага. Массив значений. К слову, массив надо придираться? Это interarray или это лист? Пусть будет лист. Как тебе удобнее. Пусть будет лист, да. Так. Параметр? Параметр у нас. При этом он может быть nullable, да? Да, может быть null сразу. Давай мы сразу тогда обозначим, что если мы... Если root равно null, мы сразу же возвращаем, то мы сразу же возвращаем пустой массив. Ой. Он знает. В всех случаях напишу generic. Ну да, он знает возвращаемый тип. Так. Ну потому что мы его вот здесь указали, да? Да. Поэтому он догадается. Ну хорошо, все равно как бы лишним не помешает. Так, ага. Теперь у нас root не null. И мы можем, значит, чтобы сделать, что можно сделать, чтобы пройтись по BFS, значит, можно класть в очередь и идти по ним. Так. А что у нас? Что у нас с очередью здесь может являться?
Помню, что у нас есть array deck какой-нибудь у нас есть, да? Вот он да, есть array deck, да, есть, в принципе, любая реализация листа тоже включает в себя все. Но можно остановиться, ну, типа интерфейс queue использовать и реализацию array deck. Ну, и linked list у нас тоже такой. По-моему. По-моему, да, он тоже queue да, реализует. Linked list тоже, да, реализует queue без проблем. Я точно не помню, отличаются ли там методы. Ну, там вообще как бы в стеке, насколько я помню, одни методы в очереди, другие. Все это помнить еще надо. Что не факт, что сегодня методы будут правильные. Так, давай попробуем. Спасибо. Давай попробуем его создать. Не, они одинаковые. Они же от одного интерфейса отходят. Там. Ну, я подскажу, да, по методам. Не, ну стек, мне кажется, другой. То есть там точно есть поп какой-нибудь, которого не уверен, что есть в очереди. Смотри, для того, чтобы в очередь что-то засунуть, мы можем использовать QE.offer. Offer, да, и пол, да, по-моему. Пол это изъять, а offer да. это... Ага. Пол. А вот, да, но в стеке другие они. В стеке там был... Пик, посмотреть. Да, хорошо. Стек не подходит, потому что стек да. first stack in, это, да. last out. Да, стек это у нас этот, DFS. Uh-huh. Так, и, наверное, мы можем, не помню, можем ли мы сразу же туда, ну, давай отдельно положим offer root. Uh-huh. Так, угу. Мы положили root. Дальше мы... А дальше у нас, по-моему, тут как раз обычно используют какую-нибудь рекурсию, пока стек не пустой. Или тут не... А, нет, это не рекурсия. Сейчас. Или это не рекурсия, наверное, будет. Это просто цикл, наверное, будет, пока стек не пустой. Мы туда будем просто класть. Вернее, не стек, а очередь. Да, все верно. Так, тут, наверное, у нас есть, наверное, метод isEmpty. Есть isNotEmpty, isEmpty сойдет. isNotEmpty — это, скорее всего, extension, да? Да. Не, по-моему, он тоже это. Нормально, ничего импортов не надо никаких. Так, угу. То есть базовый проход. В базовом проходе мы здесь просто будем проверять, что root left не null. В этом случае мы добавляем его так. И то же самое мы делаем с... Можно, кстати, вот так. Да, через let. Ага. Да. Только там фигурные. А, окей. Угу. Вот. Да. Да, и надо еще сделать какой-то return после while на случай, если мы закончили обработку и не вернулись из... Ну, ладно. Продолжай. Прости, что я перебил. Не страшно. Давай думать дальше. Uh-huh. Значит, проход мы сделали. Теперь нам надо понять, что во время этого прохода мы можем выудить. То есть, так, если left не null, мы положили left, положили right. Да, тут небольшой баг. У тебя... зациклится все, потому что ты кладешь в queue постоянно root left и root right. То есть ты на каждый while будешь закидывать единицу-четверку. Так, сейчас. Да. Так, если root left, не null. Так, окей, я закинул единицу. Но я хочу на следующем этапе закинуть что-то другое.
Mm-hmm. Я хочу на следующем этапе закинуть не единицу, очевидно. Ты хочешь взять единицу и закинуть, да, 0 и 2. Да, да, в этом случае так. То есть нам надо, по сути, нам надо просто... Так, ну, видимо, нам надо как-то, да, значение... Так, сейчас. Ну, нам надо обработать все элементы по очереди, которые находятся в Q. Да. Так. А для этого мы элемент положили, да, но еще ничего не сделали с ним. Так. А, мы его положили. Ага. Мы его положили сюда. И так, окей, мы положили этот элемент. Там так, надо подумать, как тут и где правильно переприсвоить в итоге что-нибудь. Сейчас я тебе подскажу. Смотри, мы создали Q, да. Мы положили туда root. Теперь мы работаем с Q, пока она не пустая. Здесь мы используем root, который уже не надо использовать. Господи, конечно. Q. Этот пол. Позже, да? Ну, лучше отдельно, конечно, потому что, типа, тут то же самое придется звать, а там уже не будет элементов. То есть мы вот тройку вытащили вот здесь вот. Так. Пул он вытаскивает из очереди. Или тут не пол, а тут пик, наверное, какой-нибудь, да, тоже? Ну, условный. Ну, надо так. Все равно когда-то вытащить, чтобы потом root заново не обрабатывать. Суть, наверное, да. Да. Так. Окей, то есть мы... Можно просто... Я немножко впишусь. Ага. Просто вытащить элемент и уже работать с ним. То есть вот здесь вот мы положили root, здесь мы вытащили root и просто записали его в отдельную переменную, с которой мы можем работать. А, я понял, ты имел в виду, что я потом еще где-нибудь QPOL бы мог написать, и мы бы что-то новое вытащили. Да. Конечно, это глупость, конечно, не надо было так делать мне. Так. Вот, собственно, да, вот теперь это будет работать, и теперь я немножко порисую, может, чтобы тебя навести на мысль. На первом шаге мы закинули тройку, это наш root, вот, и, да, сейчас отдельно, немножко, чтобы не это. На первом шаге мы закинули наш root, и мы его обработали. Он дал нам единицу и четверку. Во втором шаге у нас, давай я просто буду так, что это наше DQ, наше Q. На втором шаге у нас здесь будет единица и четверка. Мы их обработали по очереди, получили 0, 2, 3, 5. На третьем шаге у нас, собственно, вот эти в очереди 0, 2, 3, 5. И тут уже все будет дальше null, поэтому мы ничего не закидываем. Ну, собственно, очередь у нас очистится, и четвертого шага просто не будет. Вот. И теперь, исходя из этого, можно посмотреть, как можно обрабатывать элементы так, чтобы мы получали вот только те, которые мы видим справа. Ну, если, например, здесь нет пятерки, то мы, когда доставали, обрабатывали 1,4, мы получили 0,2,3, и дальше мы будем обрабатывать 0,2,3. И тут лучше обратить на правую часть больше внимания, потому что левая — это просто состояние Q, я описываю. Ну да. А правое — это то, что мы должны придумать, как работать. Вот, а так, да, проход по ширине правильный. Да, мы пройдем по всем элементам, именно по уровням. Угу. Так. Сейчас что-нибудь придумаем. Угу.
Так, а вот мы получили, ага, вот мы положили left. Стюки, вот у нас тройка. Угу. Дальше да, вот мы тройку положили. Теперь нам как-то при обработке надо понять, что мы хотим ее записать в наш результат, которого еще нету, кстати. Ну, появится. Да. Да, результата у нас нет еще. Кстати, я сейчас увидел, в 17-й строчке можно было empty list написать. Там да, тоже есть такая функция. Я, если что, по времени у нас осталось 5 минут. Просто ой. Да-да-да, надо поторопиться, да. Так. Так, вот мы положили, вот мы кладем root left, дальше мы кладем right. А в каком месте мы... Так, окей, вот у нас тройка, тройку мы положили, потом у нас единица, единицу мы положили, потом у нас четверка, четверкой мы заменили единицу. Так, и как у нас понять, когда у нас переход на следующий уровень? Так. Current left кладем, current right кладем. То есть мы тройку убрали, положили left, положили right, потом единицу убрали, вместо него положили 0 и двойку. То есть как только мы делаем qpoll, мы переходим на следующий уровень. Нет, не факт. Потому что когда мы, например, единица и четверка, мы вытащили единицу. А, ну да, по сути, типа новые элементы, которые мы засунем, они уже на новом уровне будут, да. Да. Это факт. Да. Но мы все еще остаемся на том же уровне, потому что у нас еще есть четверка. И из нее мы тоже вытаскиваем элементы и кладем на новый уровень. Словом. Так. Значит так, окей, тройку мы убрали, но при этом тройка у нас записалась в наш ответ, потом единицу мы тоже в следующий... Записалась единица и четверка. Единицу мы в следующий раз тоже уберем. Ага. И как только мы уберем единицу, мы кладем 0 и двойку, но как только мы уберем единицу... Так, потом мы еще и четверку уберем. Да, потом мы еще и четверку уберем. Положим 3. Так. Да, но у нас в какой-то момент... Да, четверку мы уберем, положим 3. Да, но если... Да, но когда мы четверку уберем, у нас последняя двойка там лежит, да? Но двойка не является нашим результатом. Когда мы уберем четверку, последнее, ну, мы добавим 3. И да, ну, следующим элементом, который мы будем обрабатывать, это будет 0 после четверки. То, что у нас очередь. Да. А как же, как же понять, что у нас был переход к нулю? Что у нас был переход с одного уровня на другой? Так. Ой, кладем левый, кладем правый. Если бы у нас не было правого, если бы мы после левого еще один левый положили, потому что у нас бы просто не было четверки. Ну, давай я остановлю. По сути, ты был близок. Все, можно расслабиться, выдохнуть. Давай я немножко опишу, как можно было решить. Вот, если мы работаем с Q, тут можно немножко читерить и сказать, что мы работаем с парой и int.
Вот, где int — это наш уровень. И когда мы offerим root, мы говорим, что он на уровне 0. Вот, а при этом мы заводим какой-нибудь current level, и он типа равняется минус единице. Мы начинаем опустошать queue, и первое, что мы делаем, это проверку. Если current level не равен, это надо делать после pool, потому что нам нужен еще значение current. Если эта штука не равняется current second, тогда мы записываем в наш result add. И тут проблема, что нам еще нужен предыдущий элемент тоже. Как-то постоянно хранить типа previous ноду, которую мы обрабатывали. Ну и что же, даже я начинаю путаться. Это не самый, наверное, простой именно в кодинге подход. Есть вариант лучше. Сейчас классический проход в ширину по дереву обрабатывает каждый элемент отдельно. То есть он обработал, вот если у нас дерево там 3, он обработал 3, обработал 1, 4, 0, 2 и 3. Если мы можем немного изменить, короче, проход, если мы сделаем вот такую штуку. Если мы напишем цикл и in 0 until QE size, и вот здесь вот мы уже сделаем все наши следующие штуки, все наши следующие операции, то суть немножко поменяется. Так, это что такое? Это не нужно нам. Вот, сейчас я объясню. Можно я тоже if немножко подкорочу тут в эту сторону. Что изменится в этом случае? На первом шаге у нас в queue есть только 3. У нас в итоге Q будет размером 1. Мы возьмем эту 3 и возьмем у нее левые и правые значения. Но при этом мы можем дописать условие, если i равняется Q size минус 1, то вот, собственно, последний элемент нашего уровня. Мы его добавляем в наш result. Current.value. На примере с 1 и 4 станет полегче. Вот мы 3 взяли, разобрали, у нас теперь Q состоит из 1 и 4. Mm-hmm. И вместо того, чтобы отдельно обрабатывать 1, отдельно обрабатывать 4, мы запускаем цикл от 0 до 1 и по очереди достаем сначала 1. Ее индекс 0, он не равен 1, мы ничего не делаем. Достаем у 1 left и right и кладем в очередь. А на второй итерации мы в current достаем 4, и ее индекс будет последним. Ну, то есть мы, по сути, выделяем в дереве массивы и обрабатываем их. Ну, короче, for циклом мы достаем сразу и следим за позицией нашего элемента. И как только... Ну вот на третьем шаге, там, если видишь, подсвечиваю или нет, на третьем шаге у нас будет массив, точнее for loop из 3 элементов. И 3 это будет последним элементом. Немножко понятнее? Mm-hmm. То есть еще раз, без for и цикла мы обрабатывали все элементы по одному, брали 3, 1, 4, 0, 2, 3. А теперь с этим for циклом мы берем сразу весь уровень, то есть мы берем 3, мы берем 1 и 4, и мы берем 0, 2, 3. Вот. Mm-hmm. И как только мы видим, что это последний цикл в нашем... последний цикл в нашей обработке уровня, то мы записываем значение ноды в результат. Mm-hmm. Ну и потом тоже делаем return result. Надеюсь, это понятно. Немножко. Все, в принципе, помучил. Сейчас я
остановлю таймер и дам свои комментарии. Первая задача с подсказками решили. Вот там никаких особо не было тонких моментов. То есть надо было просто понять, как можно быстро посчитать, где мы находимся. В отличие от второй задачи. Во второй задаче достаточно много нюансов. Ты, в отличие от чата, не повелся на то, что у нас в примере бинарное дерево, ну, binary search tree, что оно там в порядке возрастания и убывания. В чате предлагали брать самый больший элемент из уровня. Вот, что было неправильно. Но такие штуки надо выяснять. Типа, сбалансировано ли дерево, как там элементы расположены. Вот. Но самый главный поинт ты нашел, это то, что у нас левая часть, она, ну, то есть если у нас в левой части есть нода, где, которая висит слева, мы тоже ее видим, даже несмотря на то, что она в правой части. И то, что, да, root у нас null, это сразу edge case, который возвращает пустой список. По поводу алгоритмов, тут, ну, просто дело практики. К сути, по сути, ты пришел к решениям, не до конца их реализовал, но это не так страшно. То есть понимать, что ты делаешь, уже хорошо. Вот, идея тоже считать переход с уровня на уровень валидный, но там больше кода, и он не самый простой именно в реализации, потому что надо много за чем следить. Пока все. Можешь открывать мира. Спасибо за фидбэк. Так. Можем взять 2 минуты поболтать, передохнуть, если хочешь. Давай, можем. Может, у тебя есть какие-то вопросы, кстати? Ну, к задачам нет. Может быть, у чата есть вопрос. Ребята, накидывайте. Это была хорошая задачка, интересная. Вообще все задачи хорошие. Да, про дерево, да. Я сам сейчас пришел с мок собеседования. Меня там Игорь мутузил. Я тоже плохо решил задачу. Все нормально. Иногда код — это слишком сложно. Идея, вот, до идеи дойти — это уже большая часть работы. Точно. Так, ну ладно, кстати, в чате вопросов нет? Да. Одну секунду просто скажу. Просто на Литкоде есть такой маленький курс. Он, конечно, за денежку, но он прикольный в том, что курс по алгоритмам и структурам данных, и он прикольный тем, что там все основные подходы описаны. То есть ты идешь по курсу, да, и там прям, например, two pointers, да, или sliding window, да, вот это все. И то есть все вот эти вот подходы, они говорят, вот смотри, когда ты видишь такую задачу, скорее всего, это вот это. Или там, когда ты видишь вот такие условия, скорее всего, вот это. То есть это прям must have, и кто прям срочно готовится, вот прям вот, знаешь, у меня сейчас скоро собес, да, и нужно срочно рефрешить, прям вот советую, честно говоря, глянуть. Это вот можно такое найти бесплатно. Ну или бесплатно, да, кто как-то, да. Вот, так что да, нам прикольно, что именно все подходы описаны, да. Что очень полезно. Ну, по сути, книга Грока алгоритма, она про это. Да, да, да. Грока алгоритма, но ее надо еще осилить. Да, вот она лежит у меня томом на столе, да. Да, да. И раза больше по курсу пробежаться. Тем более, когда хочешь рефреш узнать, такой, ага, two pointer знаю, значит, это знаю, а вот это я забыл. И такой раз идешь и смотришь. Нет, просто это как рекомендация. Опять же, просто это не реклама, мне никто не платит. Просто то, что иногда нахожу интересно, я вот стараюсь делиться. Вот. Кайф. Давайте тогда продолжать. Смотри, что сейчас будет происходить. Я не знаю, знаком ли ты с систем дизайн. У нас будет дана задача с открытым вопросом. Наша цель обсудить вообще саму задачу, немножко ее, так сказать, сузить по требованиям, чтобы понимать, что мы делаем, и потом визуально зафиксировать какие-то классы и архитектуру, которая будет вот в нашем
решение. Ну, то есть как это все будет работать визуально, без кода, но на уровне каких-то небольших графиков. Тоже в UML особо не надо, там, где композиция, где агрегация, это мы тоже не смотрим. Обычных стрелочек будет достаточно и названий. Вот. Mm-hmm. Небольшой, собственно, подход. Подводка к задаче. Представь, что ты вот собеседуешься в компании. Я как раз это представляю компанию. Мы выпускаем мобильные игры. Недавно вот мы провели эксперимент и поняли, что если мы в наши игры введем систему достижений, то пользователь больше будет мотивирован там, возвращаться почаще, играть побольше и тому подобное. Вот. И мы хотим разработать SDK, которая позволит нам трекать, изменять достижения пользователя и получать их в игре. Вот. И давай допустим, что все наши игры, они, ну, они там на каких-то своих фреймворках, я не знаю, на Unity, на каких-то своих движках, но они все совместимы с Kotlin и могут вызывать Kotlin-классы. Вот. Наша задача спроектировать такое решение, которое позволит нам следить за достижениями пользователя и обновлять их как-то. Mm-hmm. Так, значит, значит, какие у нас требования? У нас есть SDK, куда мы можем, где мы можем как бы авторизовать пользователя по какому-то ID-шнику. Да, мы хотим, да, чтобы достижения были привязаны к пользователю. Ну, то есть, и хорошо бы, если бы он еще там перезашел на новом девайсе, он тоже, у него все сохранилось. Угу. Ну, то есть, да, существует какой-то уникальный ID-шник игрока. Так, угу. А в самой игре, без учета этого SDK, там есть какой-то механизм мэтчинга пользователей на разных устройствах? Да. Это все у нас реализовано. Вот представь, что у нас есть ID-шник, и по нему мы там, общаясь с нашим бэкэндом, можем получить всю информацию по пользователю, которая нам нужна. То есть есть уникальный ID пользователя. Так, угу. Ну, ну, то есть, как минимум, нашему SDK об этом не нужно беспокоиться. Мы просто получаем какой-то внешний ID-шник пользователя и по нему можем отдать информацию о его достижениях или записать, да, какое-то достижение на него. Да-да-да. То есть ID-шник, да, присутствует. А какие-то еще требования есть к тому, что нужно, кроме того, что ты можешь получить список достижений и добавить какое-то достижение или, наверное, убрать какое-то. Хотя, я не знаю. Кстати, вот можно ли, подразумевается, что у нас достижение можно убирать? Или если ачивка получена, то мы считаем, что все, она с тобой навсегда? Хороший вопрос. Ачивка у нас всегда остается при пользователе, она просто завершена, считается. Вот, но могут добавляться новые достижения, и это делается, ну, где-то на стороне наших бэкэнд-сервисов, и SDK должна, собственно, получать как-то вообще все достижения, новые достижения, неважно, вот, чтобы в игре показывать их. Ага, то есть что нужно? Нужно, первое, получать достижения по конкретному пользователю, который у него уже есть, добавлять пользователю новые достижения, если он их, если мы считаем, что он их получил в рамках нашей игры, получать список всех достижений, которые вообще доступны. Mm-hmm. В принципе, в этой игре. И которые все доступны. А нужна ли нам? Нужна ли нам какая-то функциональность? Нет, наверное, нет. Наверное, нам достаточно того, что как бы то, когда показывать, что, допустим, вот, дорогой друг, посмотри рекламу, и мы тебе дадим какую-то ачивку,
или что-то сделай, и мы тебе дадим какую-то ачивку, это, наверное, остается на уровне самой игры, да? Да, да, эта игра сама регулирует. SDK служит для того, чтобы, ну, там, пользователь заработал 1 000 000 золота. Мы должны как бы внести эту информацию и пометить, что ачивка достигнута. Вот. То есть у нас ачивка, скажем, 1 000 000 золота, как только, ну вот допустим, если у меня сейчас было 800 тысяч золота, мне дали еще 100 тысяч, у меня 900 тысяч золота, я с этим SDK никак не взаимодействую, да? А когда мне еще дали 100 тысяч, и у меня 1 000 000, зависит, это совпадает с ачивкой. Давай смотри, что, ну, придумаем ачивки. Например, пользователь зашел 3 дня подряд, ачивка. Угу. Вторая ачивка, пользователь там за одну игровую сессию накопил 1000 золота. И третья ачивка, ну, не умирал, например, не знаю, 3 игры. Вот. А как ачивки эти нам, ну, как бы состояние, эти события нам присылает игра, что там пользователь закончил третью игру и не проиграл, она должна вызвать наше SDK и сказать, что вот эту ачивку надо там условно либо выдать, либо обновить. Ну, давай пока просто, что либо выданы, либо не выдана ачивка. Такая единовременная. Не прогрессивная в плане того, что мы не трекаем какое-то промежуточное состояние, а просто там типа boolean check или не check еще. Ну, ладно. Просто чтобы не усложнять. Не знаю, понять не стало по поводу системы. Ну, я понял, что наше SDK не должно трекать... Как бы реально ты, реально ли ты эту ачивку заработал? Да, оно да, полностью она, полагается она, на то, да, что ты ему скажешь. Да, да, именно. Так, а вот про ачивки. Они, наверное, все, с разными... Ну, то есть, скажем, получил там 100 тысяч золота и получил, заработал там 1 000 000 золота, у них, наверное, разные айдишники будут, да? Да, хорошо было бы различать, да, конечно, ачивки. Это хорошая идея. Угу. То есть, по сути, я, если я как разработчик игры, не SDK, а именно игры, то я сам знаю свои ачивки. У меня в игре у ачивок есть какие-то айдишники. Я эти айдишники могу занести в дашборд сервиса, которым я пользуюсь. То есть просто зайти, что, авторизоваться. Что за сервис? Ну, вот это SDK, ну, очевидно, что это будет полноценный сервис, что это будет не просто, не просто Maven-зависимость, а это будет полноценный сервис. То есть там будет, очевидно, бэкэнд, там будет админка, там ты сможешь зарегистрировать там свое приложение, тебе дадут какой-то ключ. У нас, кстати, платное SDK, или мы не будем этот момент рассматривать? Нет, 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 у нас SDK только для внутренней разработки на наши продукты. А. Это не внешняя какая-то штука, мы ее не продаем. Угу. Внутренний SDK, хорошо. На наши продукты, но в любом случае у нас продуктов, наверное, больше одного, поэтому мы регистрируем тот или иной продукт, нам выдают какой-нибудь токен, по которому будет понятно, что ты авторизовываешься для данного продукта. Окей, да. Ну, то есть, чтобы, например, разделять игры. Ну, конечно. Понимаю, о чем ты, да. Ага. А хотим ли мы какие-нибудь кросс-игровые достижения? Или это слишком сложно? Мы предположим, что у нас нет такого. Нет, для простоты не будем пока это рассматривать. Угу. Так. Значит, у нас есть пользователи, у пользователей есть айдишник. Ты, если что, можешь фиксировать все, потому что... Давай. Да, давай, наверное, с БДхи начнем. Просто как у нас БД будет на бэке реализовано, и дальше будем уже от этого делать все остальное. Так, кого выбрать? Давай не будем закапываться в бэкэнд. Давай допустим, что бэкэнд как-нибудь сам разберется, и мы просто на стороне SDK еще обсудим какие-то требования там нефункциональные. Ну, то есть база данных нам сейчас не интересна, да?
Нет, то, что да, на бэкэнде мы не будем особо уходить за пределы мобильной разработки. Угу. Хорошо, то есть давай попробую тогда публичные методы SDK расписать, которые у нас есть. Давай. Угу. Так, а какой элемент лучше выбрать? Что будет более наглядно, да, более красиво? Вот эти ноутс четвертые сверху. Угу. Sticky note, да, и просто их в них писать. Так. Можешь квадратики тоже. Как тебе удобнее. Она уменьшится, почему? Она уменьшится. Просто пиши, она уменьшится. А, она сама уменьшается, окей. Так, окей. Итак, public interface. Значит, какие у нас могут быть здесь публичные методы? Наверное, init. Mm-hmm. Так, давай их как-то выделять. Давай вот так, наверное, их выделим. Init. Какой-нибудь... Так, пусть будет там game token, давай назовем. Чтобы было понятно, что мы имеем в виду. Ага. Значит, init game token, значит... User ID, ID – это у нас ID-шник, который мы получаем от самой игры. И он у нас, видимо, должен персиститься локально. Наверное. Ну, но как лучше сделать? Так, ну то есть что у нас может быть? Вот мы открыли приложение, мы игру, мы узнали, какой у нас ID-шник. Мы его засетили к юзеру. Вот, но мы его засетили к юзеру, то есть теперь у нас, да, у нас теперь мы знаем, какому айдишнику, какой у нас здесь айдишник есть. Ну, игра, наверное, не подразумевает мультиплеера, если там нет какой-нибудь системы логаута, но если у нас будет логаут, то вот логаут может как раз-таки этот user ID затирать. То есть я бы его, наверное, все-таки сохранял. То есть мне кажется, что... Ну, просто если мы предположим, что... по какой-то причине мы при каком-нибудь заходе этот айдишник не получили. Я, кстати, не знаю, сохраняет ли, будет ли его сохранять игра. Может быть, игра его будет тоже где-то персистить, поэтому можно будет этот user ID сетить на каждый заход. И, может быть, нам не надо будет его персистить. Хотя... Давай остановимся пока на этом. Нет, я сейчас понял, что все-таки надо что-то будет персистить, потому что если ты заходил 3 дня подряд, но у тебя эта ачивка не отправилась на бэк, потому что у тебя были, скажем, проблемы с интернетом, то мы в любом случае должны будем это куда-то сохранить до того, как мы его отправим. Поэтому что-то мы сохранять все-таки будем, но я думаю, что, наверное, к этому вопросу есть смысл позже чуть вернуться, а сейчас, наверное, есть смысл все остальное просто нам расписать, все остальные методы, которые у нас могли бы быть. Или давай, наверное, даже не set user ID, давай, наверное, я просто думал еще, может быть, есть смысл сделать логаут, то есть если, допустим, у тебя там авторизация по Facebook или по ВК, ну, любой OAuth, и мы делаем логаут, то, соответственно, да, мы можем авторизоваться через OAuth, можем сделать логаут и авторизоваться через какого-нибудь другого, через какую-нибудь другую учетку. Вот, соответственно, в логауте тогда есть смысл. Вот. А что будет происходить при логауте, например? SDK, именно с самой SDK, что будет происходить? Ну, если мы...
Ну, в общем, данные, которые уже будут заперсищены, но уже будут не актуальны, то есть которые нам потом будут не нужны, то мы их будем затирать. Но ачивка по юзеру, скорее всего, затираться будет не должна, но должна будет сохраняться вместе с ID-шником, именно прикрепленным к ней, чтобы у нас, скажем, вот, допустим, у нас были там проблемы с интернетом, у нас что-то почему-то не отправилось, но у нас это есть в персисте. Отправиться так и не успело. После этого мы сделали логаут, у нас все затерлось. Но вот эту штуку в какой-то момент мы все-таки хотели бы, чтобы она была отправлена. И удалять мы ее хотим только, когда мы будем знать, что все, все отправилось, все, все сохранилось. Вот, то есть эта штука не будет стерта при логауте, но, возможно, при логауте будет что-то стерто, что мы будем понимать, что нам после этого уже не нужно. Не будет никак использоваться, не будет задним числом доотправляться на бэк. Окей, хорошо. Помимо init, set user и logout, еще какие методы? Просто я напомню, что у нас еще SDK должно позволить трекать изменения, достижения пользователей. Да. Ну, и вот как есть их еще... Вот, get achievements, и как-то, да, их получать еще. Да, вот есть get achievements, или давай назовем get all achievements, чтобы было понятно, что это общее количество. Тут какой-нибудь get achievements, вот тут надо подумать. Да, наверное, да, мы все-таки с этим user ID, и мы означаем, что мы теперь с этим юзером работаем, то есть, наверное, нам не надо user ID лишний раз передавать, потому что зачем? Get all achievements, а тут будет get... Какой тут глагол, кстати, лучше использовать? А что будет функция делать еще раз? Она будет... Ну, те ачивны... Ну, это те ачивки, которые пользователь уже получил. Я просто... Думаю, нет, какой глагол. Давай у нас давай просто будет один метод, и мы просто поработаем над объектом ачивки. Может быть, там уже все можно будет захендлить на уровне именно объекта ачивки. А, ты предлагаешь, ты предлагаешь, что у нас будет get all, и мы среди них уже будем смотреть, что из этого у пользователя уже было получено, а что еще, мы же что хотим, еще нет, да? Хотим же показывать там и сколько он получил, и какие в этом у него плане. Там остались. Да, ну, не знаю, обычная система достижений там в любой игре. Угу. Так. Ну, то есть мне сейчас не надо думать о том, нужен ли какой-то отдельный все-таки метод. Мне надо... Мы как бы считаем, что он не понадобится нам, да? Да, пока не надо. Пока давай, да, давай пока не будем. Да, давай, get all achievements. Давай, add. Значит, мы можем получить, да, брать все и добавить, и... А добавить это что значит? Но это значит, это что пользователь ее получил. Да, окей, конечно. Хорошо, допустим. Так, и... Ну, здесь пока все. Я думаю, что давай пока перейдем к модели самой ачивки. Потому что я пока не знаю, что тут еще мы могли бы добавить. Ну, пока нормально все, да. Так. По времени у нас остается еще 15 минут. Так, у ачивки есть ID-шник, и в данном случае, и в данном случае у нас еще будет информация о том. Давай назовем из active. Нет. Давай executive назовем. Не хочу сейчас думать, как красивее.
Будем считать, что это поле означает то, что она у тебя уже есть. Это ачивка, то, что ты ее получил. Да, да. То есть мы уже получаем, да, мы уже этот метод получаем с учетом нашего пользователя, но что будет, если мы его вызовем до set user ID? Давай exception просто. Типа внутренняя проверка, user ID не найден, поэтому мы ничего не можем сделать. Так, не будем особо в корнер-кейсы такие лезть. Хорошо. Ну, короче, мы считаем, что если ты открыл игру, то у тебя уже какой-то юзер есть. Вне зависимости от того, авторизовывался ты или нет, у тебя по дефолту уже изначально какой-то пользователь как будто создан, да? Мы так считаем. Давай мы считаем так, что если клиентское приложение вызывает add achievement до того, как оно засетило user ID, то они неправильно используют API. И мы просто крашим. И get achievements тоже, да? И get achievements тоже, и да? Get all achievements, да. И logout, например. Типа без user ID, в принципе, это ничего невозможно. Ну, logout можно еще. Да. Не, ну крашем это не очень хорошо, наверное, тут. Наверное, было бы лучше, если бы у нас были какие-то колбеки, где могла бы вернуться ошибка. То есть не валить совсем уж приложение. Ну ладно, окей. Так, собственно, да, у нас есть ID, есть is active. Ну и есть еще, очевидно, какие-то поля, которые надо подумать. Ну, все, что угодно может быть. Не знаю, там title, description. Ну, короче, image. Мета какая-то. Да. Image, ну да, возможно, для некоторых. Окей. Okay. Еще тогда к вопросу про add achievement. Мы вот туда передаем achievement. Давай айдишник передадим. Да, кайф. Вот, да. Потому что нам будет надо и title, и description, и image собрать. Окей. Okay. Давай тогда немножко порисуем в именно квадратиках и стрелочках, какие у нас будут объекты и как они будут друг с другом связаны. Вот. Ну, то есть немножко по архитектуре пройдемся. То есть у нас пока что есть только public interface. Нам надо еще придумать как-то реализацию, немножко обсудить. И какие компоненты вообще будут участвовать в SDK? Так, кем мы сейчас будем рисовать? Кого выбрать? Там хорошие, это квадрат и круг, где нарисованы. Так, Да, shape. И там квадрат просто выбирай. Он дает внутри писать, если что. Так. Значит, просто продумать, какие у нас, условно говоря, сущности будут в SDK, да? Да, и как они будут взаимодействовать, и зачем они нужны. Так, ну давай у нас будет какой-нибудь фасад, к которому этот паблик интерфейс и относится. То есть, ну, давай не буду думать, как его назвать, давай мы его назовем Our Gamification. Okay. Так, это у нас фасад. То есть, условно говоря, там будет... Ну и дальше там какие-то методы будут вызываться. Вот эти вот, которые мы здесь назвали. Окей. А getInstance — это метод, что делает? Там просто какой-нибудь singleton будет, который будет этот фасад нам доставать. Окей. Так. Или, может быть, даже и без getInstance, может быть, можно. Может быть,
как бы обычным объектом нормально будет. Там просто разные SDK по-разному делают. Вот у Mixpanel, по-моему, через GetInstance. А есть SDK, где просто через точку там статические просто функции. Ну да, как создать объект, это ладно. А как, когда мы вызываем init с гейм-токеном? Ну, я бы его вызывал при старте в application классе, условно говоря. Или в каком-то аналогичном месте на кроссплатформенных движках. То есть мы его просто отдельно зовем. То есть мы говорим our gamification getInstance.init gameToken вызываем, да? GameInstance возвращает что? Вот. Так. Интерфейс our gamification. Или я не прав? Надо просто это, хочу связать все, как это все. Но я не уверен, что это технический интерфейс будет. Наверное, ну, реализация нет. Там будет какая-то другая. Но... Так, ну это у нас просто фасад, в котором есть вот эти вот 5 методов, которые мы придумали. Вот, собственно, это интерфейс, который содержит методы. Вот мы вызвали getInstance и вызовем потом init, ну, на перемены этой. Я правильно понимаю? Окей. И что после инита будет происходить? Вот мы вызвали инит, что будет происходить внутри нашего SDK? После инита мы этот гейм-токен куда-то к себе предохраним. То есть у нас будет, допустим, какая-нибудь база данных или... Вот тут надо подумать, как бы, как, где и как лучше хранить, какой выбрать формат для хранения данных. Ну вот если мы будем... Вот еще вопрос, который я не задал. Что у нас с работой в офлайне? Ну то есть get all achievements мы предполагаем, что мы хотим в офлайне получать. И мы всегда... Мы хотим, да, лететь в самолете, играть, получить ачивки и потом не потерять их. Хорошо. Значит, у нас все-таки будет БД, как минимум, потому что, ну, ачивки в превсы не очень оправданно класть. Ну, то есть у нас будет БД. Также мы в эту же БД, я думаю, мы можем положить и гейм-токен. Зачем его класть в превс, если у нас уже и так есть БД? Ну да, еще потом выяснится, что мы не только с андроидом работаем, и превс вообще не существует. Там всякие ситуации могут быть на самом деле. Я думал, что то, что ты говорил, что, предположим, что Unity будет работать с Kotlin, я думал, что это просто условность. А мы прям совсем абстрагируемся от Android-сущностей, да? Ну, это надо просто, да, вначале было прояснить, но давай допустим, что мы в Android условно окружение, пускай без каких-то дополнительных нюансов. Превсы присутствуют как вариант, короче. Но я просто сказал, а что если... Превсы присутствуют как вариант. Ну, но я все равно за БД, потому что у нас БД и так уже используется. Пусть БД будет. Окей, я тоже за БД. Так. То есть, наверное, надо написать еще какую-нибудь сущность, да? А можешь отдельными квадратиками, что одна сущность, один квадратик, что мы потом еще стрелочки между ними про это. Давай. Так. Не квадратики, не стики нос. Да, вот этот квадратик. Давай я эту штуку назову cache data source. Вот он у нас будет ходить
В нашем случае в БД, в частности. Угу. Может быть, кстати, может быть, кажется слишком абстрактное для него название, может быть, конкретно, раз он ходит в БД, можно было бы... Ну, если что, там всегда можно порефакторить потом, если вдруг. В принципе, мне кажется, сейчас нормально. То есть каждый data source у нас взаимодействует с БД. Взаимодействует, это он типа класс, который содержит ссылку на базу данных, на DAO какие-то объекты, как это выглядит? А, давай подумаем. Так, ну, я не знаю, нам сейчас нужно придумывать, какая у нас будет конкретная реализация, хотя, наверное, нет. Наверное, нам не очень важно, какая у нас будет реализация у базы данных, просто да, мы пользуемся той или иной штукой, которая непосредственно как бы относится к базе данных. Это либо какой-нибудь SQLite Helper. Скорее всего, какой-нибудь SQLite Helper, потому что вряд ли туда что-то более высокоуровневое надо тащить, раз это все-таки сторонняя зависимость как бы. Ну, давай предположим, что у нас есть, что нам предоставляется какой-то нативный интерфейс для работы с базой данных, неважно какой. И вот эта вот наша сущность, она напрямую с ним работает. Ну, это то есть класс. Условно, класс каждый data source. Ну, я не знаю. Ну, хорошо, у него какой-то интерфейс. Ну, не, у него какой-то интерфейс, конечно, еще есть, понятное дело. Я просто для упрощения сейчас не стал это указывать. Ну, тут надо еще будет подумать, хотим ли мы разбить интерфейс Data Source на отдельно кэш и отдельно клауд, именно с точки зрения интерфейса. Или, да, наверное, хотим, потому что... А, нет, давай думать. Значит, что у нас есть? У нас есть set user ID. То есть он может как заперсистить айдишник в... Так. Короче, тут надо думать конкретно вот эти вот описанные методы, что из этого реально будет работать с кэшем, что из этого будет работать с клаудом и насколько они... Насколько эти множества совпадают, от этого будет зависеть, наверное, в том числе, есть ли смысл кэш и клауд все-таки в разный интерфейс разнести, или нам достаточно одного просто интерфейс Data Source, за которым мы закрываем то, что нам не важно. В кэше мы это возьмем или пойдем на бэкэнд, или в кэш мы это запишем или пойдем на бэкэнд, или, скорее всего, и то мы будем делать. То есть сначала там с бэкэнда взяли, записали в кэш, словно говоря. И наоборот. Давай эти нюансы за кадром пока оставим. Давай разберемся, что кэш Data Source в итоге может делать в рамках нашего SDK и кто с ним работает, то есть откуда он вызывается. Давай, кэш Data Source, что он делает в рамках нашего SDK? Он забирает ачивки, потому что в самолете у нас никакого клауда нет. И он добавляет ачивку. То есть он работает пока что только с базы данных? Да. Окей. Ну, у нас пока ничего больше такого нет. У нас остается 6 минут просто. Да. Давай мы еще сделаем save game token. И... Угу. Ну и очевидно, что он делает какую-то очистку при логауте, если нам есть что очищать. Пока так напишу. Окей. Так, тут, естественно, более сложная логика будет. Он будет очищать только те штуки, которые надо очищать.
при логауте. Так. User ID. Да, раз мы решили get all achievements без ID-шника, значит, он user ID тоже сохраняет. Он user ID тоже сохраняет. Ага. И с кем он взаимодействует? Взаимодействует он с репозиторием, который работает и вот с кэшом, и с клаудом, который я еще не добавил. А я просто пока назову репозиторий. Окей. Так. Да, мне кажется, кстати, что логично начать с клауда. Клауд это типа network. Да, давай network назовем, не знаю просто. Ну, короче, что-то не локальное. То есть, да. Так. Так, я пока скопирую так и буду сейчас решать, что из этого оставлять, что нет. Значит, ачивки он, естественно, забирает. Ачивку он, естественно, отправляет. Game токен нет, потому что мы его добавили в админке. User ID тоже нет, но он его будет прикреплять к... Да, он его будет прикреплять к запросам, так или иначе. Вот. Ну да, в итоге, да, с точки зрения интерфейсов у нас получилось немножко по-разному. Так, стрелочки, да? Да, стрелочки. Так, а что именно? То есть, если мы вот так стрелочку проведем, то что это для нас будет значить? Что репозиторий обращается к... что репозиторий имеет вот эту штуку у себя в зависимостях и с ней может работать. Я очень надеюсь, что я в правильную сторону стрелочку сделал. Или это такие условности, что нам сейчас это не очень важно? Не важно. Да, и с нетворком тоже. Ну и по сути получается, что когда мы хотим забрать ачивки, мы идем сюда, мы эти ачивки получаем, мы идем сюда, кладем их. А, кстати, вот у меня есть add achievement. А раз мы их кладем сюда, значит, нам еще нужно save. Так, нам нужен save. Но тут есть проблема, что в теории может быть такая ситуация, что мы были, допустим, в офлайне, мы добавили ачивку, вернее, пометили, что пользователь ее получил. В клауд это, в network, на бэк это не ушло, потому что у нас, допустим, не было интернета. А потом, если мы сходили, внезапно интернет появился, у нас get all achievements сработал, мы их пошли сохранили, но при этом информация о том, что пользователь ту ачивку получил, она может затереться. Потому что просто как в этих случаях? Можешь верхнеуровнево описать, как в этих случаях можно синкануть данные? Я бы, наверное, просто при сохранении ачивок, я бы, наверное, их перед сохранением получал бы.
прошелся бы по ачивкам, которые пришли с нетворка, но чтобы у Exactive был приоритет, который у нас в базе данных, и сохранил бы то, что пришло с нетворка, но с правильными Exactive. Окей. Давайте остановлю на этом. У нас уже время истекло. Вот. Немножко поковырять. Отлично. Мне очень понравилось, как ты рассуждаешь. Круто. Очень хороший корнер-кейс с логаутом, что нам надо чистить данные и при этом сохранять данные, которые надо обновить. Вот. Это еще можно было раскрутить как-то, но ладно, не добрались. Это не так страшно. Вот. Общая рекомендация по таким задачам. Видишь, у тебя в процессе решения очень часто звучало слова «если», «допустим», а это значит, что не до конца были раскрыты, ну, сами условия. Спросить надо было, да? Да. Просто надо было спросить и подольше поговорить. А именно, наверное, два самых главных вопроса, которые надо задать на таких собеседованиях, это кто будет использовать это SDK. Тут мы тоже где-то в середине выяснили, что это несколько игр, и, возможно, они могли быть не только на Android. И второе — это как, ну, там, разработчики, которые разрабатывают игры, будут использовать это SDK. И отсюда уже вытекают там все функциональные требования, типа ключевые сценарии, про которые надо уже говорить конкретно про каждый. Вот. Ну и хорошо еще определить вообще, в принципе, какие данные у нас ходят по системе, я не знаю, может быть, их размеры, ну, просто чтобы прояснить, как это все происходит. И, например, вот история с синком, там тоже можно было, ну, тоже очень много разных реализаций, можно было, например, спросить, какая предпочтительная, потому что можно держать версию, типа, последний раз обновилась, когда на сервере, когда последний раз обновилась на клиенте. Если мы подгружаем ачивки, и это число не совпадает, то нам надо просто загрузить там последние ачивки, все, которые у нас есть. Вот. И это экономит время. То есть мы не загружаем все ачивки, чтобы их сравнивать с теми, которые у нас на клиенте, а мы делаем небольшой запрос с последним таймстемпом обновления. И если он не совпадает с нашим, мы просто делаем обновление заново. Вот. Либо мы заводим какую-то базу данных, где мы храним вещи, которые мы не смогли обновить в офлайне, синхронизировать. И когда мы выходим в онлайн, мы там, например, тем же work-менеджером их просто пихаем на бэкэнд. Вот. По поводу визуализации, наверное, можно было бы больше еще расписать и не так подробно во все впиваться. Вот кэш Data Source на самом деле не очень хороший, потому что в нем очень много функциональности, и любое изменение в логике кэширования, сохранения данных — это все нагрузка на кэш Data Source. Тут можно было подумать в разделении его на какие-то более мелкие специализированные интерфейсы. Ну, я думаю, ты знаешь сам. И ну, конечно. Не стесняйся использовать clean. Прям clean берешь и clean на все накладываешь. Это способ решить многие задачи, ну, то есть именно архитектурные. Как-то все разбить. Здесь мы чуть-чуть дата-слой зацепили, интерфейс, репозитория. Можно было хоть там интеракторы, юзкейсы, мапперы зависимости, просто брать уже концепцию, которая используется в мобильной разработке, но минус UI-часть, и все, у тебя есть, в принципе, как у тебя должна быть устроена компоновка объектов. Это можно использовать. Вот. Не, ну мы до юзкейсов, мне кажется, не успели просто дойти, мы же на репозитории остановились. Да. Ну да, пошли снизу вверх, но можно было начать именно с доменной. То есть у нас есть четкие доменные сущности — это админка, пользователь и игра, ну, гейм-токен, в котором лежал бы. И у нас есть use-кейсы, типа добавить админку, логаут, init и
там, не знаю, Get Achievements, Add Achievements, ну, вот эти вот все. То есть уже все было готово, можно было просто с этого начать и потом смотреть, как все это в дата-слой переходит. Иногда легче, да, просто начинать с бизнес-логики, чтобы понимать вообще, что будет происходить в системе. Вот. В остальном отлично, хорошее рассуждение. Чувствуется, что у тебя ну, проблем с этим нет. И дело практики, можно побольше себе придумывать такие задачи и пытаться их решать. И потихоньку все нарабатывать, и будет классно. Все, если есть какие-то вопросы, буду рад услышать. Спасибо за фидбэк. Там ты сказал, что один из вопросов, который тоже надо было бы задать, это как пользователи будут пользоваться SDK. Мне казалось, что мы это обсуждали, что нужно. Нужно получать ачивки, нужно добавлять ачивки, или ты не это имел в виду? Не, это именно это имел в виду. Ты это уточнил, да, я просто сказал, что это два основных вопроса. Как, кем и как, короче, будет использоваться. Я не говорил, что ты не спросил оба. Вот. Но именно как, потому что в условии задачи было, что у нас куча игр, и вот тут можно было зацепиться. Типа, что... Ну, в принципе, ты в самой реализации ты уточнил, что у нас есть игровая сессия, ну, в плане игровой... забыл, как называется. Токен игровой, что мы как-то связываемся с игрой и можем переиспользовать SDK в разных местах. Поэтому тут тоже от меня плюс. Вот. Ну что? Спасибо. Ну что, на этом все, ребят, да? Я скажу такое финальные слова, что спасибо Семену и Владу за эту интересную встречу. И, собственно, ребят, если у кого-то есть вопросы, welcome. Да, если нет, то всем хорошего вечера. Ну, запись ясна.